YouTube-канал «Полезные советы» и Марина Кузнеделева предлагают вам серию уроков «Выбирай здоровье». Итак, урок 16. Вытяжение позвоночника. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами «Школа здоровья» и мы продолжаем с вами цикл упражнений по реконструкции осанки. Сегодня мы с вами займемся очень интересной практикой по самовытяжению нашего позвоночника. Становимся, ножки на ширине плеч, подтянули мышцы от колена до паховой области, втянули животик, подвернули ягодичные мышцы, копчик под себя, открыли грудную клетку, свесили руки, проверили, нет ли напряжения в плечевом поясе, проверили шейный отдел, вдох, зачерпнули много энергии и на выдохе уложили ее в тело. Еще. И дали сигнал своему телу, что сейчас ему будет хорошо, и мы им занимаемся. Первое наше упражнение – вибрационное. Вибрационные техники – это вообще очень полезная вещь. Я очень рекомендую их тем людям, у которых проблемы с сердечно-сосудистыми, сердечно-сосудистые проблемы, у тех людей, у которых есть варикоз – это просто волшебная таблетка, ну и у людей, которые много сидят и ведут малоподвижный образ жизни. Две минуты любой тряски, у нее есть масса различных вариантов, но мы с вами сейчас будем делать один из нелегких. Мы кладем руки на плечи, чуть присгибаем колени, это обязательно, и начинаем интенсивно колотить пятками пол. Вы должны достичь того состояния, чтобы тряслось в теле все, вплоть до щек. Таких ударов нужно сделать 100. Это трудно достижимо с первого раза, потому что где-то после 10-30 удара начинают очень гореть икроножные мышцы. Это как раз то, чего мы добиваемся. Мы будем нижний океан лимфы, который находится в наших икроножных мышцах. И подчеркиваю еще раз, ножки в коленях должны быть присогнуты. Если вы это делаете на прямых коленях, это не есть хорошо для коленного сустава. Поэтому ноги должны как бы амортизировать. У этого упражнения есть еще один вариант, но он уже продвинутый. Когда вы окрепнете ногами, попробуйте сделать это упражнение вот в таком варианте. Руки веревочками, ножки топают, при этом топают достаточно ощутимо. Сделали вы это 100 раз, восстановили дыхание, насладились тем, что у вас по ногам пошла энергия. И следующее наше упражнение, оно называется вешалка или буратино. Вспоминайте фильм, как буратино подвесили на крючок стенку, вы должны сделать то же самое. Поднимаем плечи и висим на стенке 30 секунд. Плечи тянутся все время вверх. Голова у нас тяжелая. Дышим мы абсолютно спокойно. Колени присогнуты. Животик подтянут. Хорошо. Встряхнули ручки. И следующее упражнение называется рамка. Мы берем... Да, скажу про 30 секунд. Почему 30 секунд? В предыдущем видео я уже говорила, но повторюсь. 30 секунд – это то время, когда напряженная мышца входит в состояние спазма. Вы ее напрягли, вы дышали, но она не могла взять в себя энергию, которую вы как бы хотели ей дать. И когда вы отпускаете эту мышцу, она делает «ах» и вдыхает тот кислород, который вы вдохнули. Вернее, ту энергию, которую вы вдохнули с кислородом. Это и есть укрепление мышц. Хорошо, следующее упражнение называется рамка. Мы берем себя за локти, подтягиваем живот, подкручиваем копчик. Колени в этом случае у нас выпрямлены. Эту рамочку мы чуть назад отодвигаем, подбородок вперед и прижимаем подбородком грудь. Подбородочек к груди. И такое напряженное состояние. Тянемся, 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 не расслабляем ни секундочку, держим 30 секунд.
опускай ручки все время назад. Хорошо, 30. Встряхнули ручки, хорошо, глубоко вдохнули, почувствовали мышцу и сделали этой мышце приятно. Она работала, поэтому мы берем, вдавливаем пальчики в начале трапеции на верхней ее части и хорошенько ее растягиваем. 3-4 движения, не кожу, именно мышцу. И в другую сторону. Вдавили и хорошенько растягиваем. Хорошо. Следующее упражнение. Свесили руки, подняли одно плечо настолько, насколько смогли, и завернули подбородок за плечо настолько, насколько смогли тоже. То есть не стремитесь сразу сделать так, чтобы у вас там что-то хрустнуло или было больно, потому что вот это положение нам тоже нужно продержать 30 секунд, и это только часть. Теперь плечо у нас остается в поднятом состоянии, а голову мы поворачиваем к другому плечу. Тоже 30 секунд. Хорошенечко подбородочком тянемся, все время как бы за плечо стремимся. Хорошо, 30, опустили плечо, подняли второе и подбородком все же за плечо. Поворачиваем голову в противоположную сторону, плечо остается. Хорошо. И плечи к ушам и резко опустили. Расслабили, расслабили переднюю, расслабили переднюю, расслабили ключично-грудинно-составину. Другую. Хорошенечко ее растянули вперед-назад. Хорошо. И сейчас мы с вами подошли как раз к упражнению, которое вот оно, собственно, и является основным упражнением в осьмионике. Осьмионика – это вообще очень волшебная система. Ее разработала Наталья Осьминина, и она учла там и вибромассажи, и саморастяжение. Вот, упражнение «Ось мира», оно направлено, то есть тут надо смотреть, какую позицию делать. Первое, какое второе? Из чего это упражнение состоит из двух частей. Первая часть. Вы кладете руки на почки, немножечко отодвигаете таз назад, прогибаетесь затылочком назад, и руки должны все время у вас как бы такое вот усилие, вы должны тянуть вниз. То есть вот это растяжение, открытый грудной отдел, растяжение нижнего отдела позвоночника. Руками все время тянем себя вниз, а подбородочком вверх. Колени присогнуты. Локти стремятся друг к другу. Хорошо. Это была первая половина. И вторая половина – это обратное вытяжение. То есть мы делали вытяжение позвоночника в прогибе, в поясничном лордозе. И вторая половина – мы через низ берем себя за ягодички. Плечи мы сворачиваем, то есть грудной отдел у нас скругляется. Подбородок у нас приклеивается к грудному отделу. И когда мы начинаем себя тянуть руками, мы стараемся визуализировать, что вот эта вот часть спины –
она как бы приклеивается к стенке, то есть она выравнивается, вот этот сделанный нами же горб, он стремится приклеиться к стенке. Итак, захватили ягодички, хорошенько ухватились, скруглили плечи и начинаем себя руками вытягивать вверх. Тянемся верхней частью позвоночного отдела. Давайте я стану боком, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Скруглились и начали тянуться верхней частью. Тянем достаточно сильно, то есть руки работают по максимуму. Как только вы в этой позиции почувствовали болевой синдром в правой или в левой большой квадратной мышце спины, опускайте руки. Предположим, мы 30 секунд уже простояли, и я почувствовала, что мне больно в какой-то части. Я опустила руки, очень медленно, таким капелькой поднялась и потянулась в одну сторону, в другую сторону. То есть это на самом деле, если вы правильно делаете это упражнение, то есть вы сделали в прогибе. И почему я сказала, что здесь нужно смотреть в зависимости от вашей спины. Если у вас очень сильно ярко выражен поясничный лордоз, то есть вот есть туда прогиб, у девочек чаще всего это бывает, вы начинаете вот с этой позиции. То есть вы сначала растянули свой лордоз поясничный, вот, а потом уже делаете прогиб. Если у вас наоборот как бы спина плоская, то вы начинаете так вот, как мы начали. Ну, не плоская, плоской спины нет ни у кого. Ну, вы сами поймете, вот какую часть вам нужно делать первично. И обязательно после оси мира, то есть я подчеркиваю, ось мира — это основное положение вот в этом цикле осьмионика. Мы делаем X-хромосому. Ножки чуть шире плеч, ручки сделали из себя X. Угу. И теперь усилием сознания, воли и всех доступных вам мышц мы вдавливаем ноги в землю и тянем руки по бокам. Дышим глубоко, с удовольствием и очень напрягаем все, что можем. Прошло 30 секунд, это не конец. Теперь мы не ослабляем левую сторону, а правую сторону еще больше вытягиваем. То есть та сторона и была как напряжена, так напряжена, а одну из сторон мы делаем в два раза больше напряжения. То есть нога еще сильнее давит в землю, рука еще больше тянется в сторону. Так нужно продержаться 15 секунд. И наоборот, это осталось напряжение, и противоположная сторона, одна часть икса, стала еще более активной. Хорошо, отлично. Выдохнули. И почувствовали необыкновенную легкость во всем теле. Это самовытяжение позвоночника. Тоже используйте это при возможности. Как только вы вспомнили, можно делать тоже не все упражнения. Можно делать только те, которые вам понравились, которые подходят вашему телу на данном этапе развития. Но система эта очень полезная. И я очень рекомендую ее применять. На этом наш урок закончен. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Нажимайте на колокольчик и задавайте свои вопросы в Telegram.